Всем здравия, друзья! Вы в гостях у приюта для бездомных животных. Вот тоже работает там хвостом. Да. Стучит. Сегодня же праздник труда. Да? Да. Ну вот мы и празднуем. Мы и празднуем. От души просто. Впрочем, как и всегда, да? Мы так празднуем. На работе. А что случилось? Думал, сколько лет этой дрели советской. Оказывается, она не такая старая, всего 2010 года. А-а-а. Я думал, ей лет 50 уже. Не, но все равно. Она сильнее меня. Это рекорд для нынешних этих материалов и оборудования. Хорошо. Какие красивые. Все, эскорт, свободный. Кыш, все. Кыш отсюда, говорю. Солнечные песики. У нас приехал корм. У нас приехал корм. Почему бы не 1 мая? У нас сегодня приехал базовый корм. У нас еще есть мешков 20, но из-за того, что будут праздники, производитель предложил нам привезти сейчас. Левее, 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 туда, туда, не-не-не, стой. Еще туда надо, еще. Чтобы не побегать на 1 мая. Да. Праздник труда или чего? Как май начнешь, так его и проведешь. Вы намекаете, что мы будем маяться весь месяц? Я так подозреваю, что мы будем маяться оставшуюся жизнь. Всю. Аки пчела. У вас отлично получается. Я знаю. Заработались, все, разгрузили машину и не подсняли ничего. Что ж ты, Галя, тебе лишь бы таскать мешки, лишь бы таскать, ничего не подсняла. Все, короче, мы разгрузились. Вот. Праздники праздниками, а у нас тут все должно быть затарено. Так, эти мешочки мы сразу туда положим, на стеллаж, чтобы удобнее было. Все. Сашка, ты вовремя. Не знаешь, где денег взять? Не знаю, поэтому сегодня ты платишь. Бежу. Бежи. Бежу. Или беги, как правильно. Но это не важно, как правильно, главное, деньги тащи. Да. Галя неугомонная. Я тут пока потею, встаю, она все равно продолжает таскать. Вообще. Этот, как это называется? Киборг. Только кормить надо. Кормить надо только хорошо, иначе не будет таскать. Вот. Все, корм уехал. Я только успела включиться. Саша, корм уехал. Не, корм остался. Не, Галя все разгружала вообще. А видишь? Я вижу, что ты стоишь, разговариваешь, а Галя корм носит. Галя таскает, да. Да, ого. Все, немножко туда закидали, думали, ага, что не поместится. Ну, в принципе, еще ну, нормально закидали. Ну, потому что мы все но съели из питшопа. Да, все равно там пусто. Там кошачьи паучи, вон, смартокоты остались немножко, угу, и все. Ну, это мы и сейчас даем, так что. Да, так что. Вот. Кормов нету.
Когда заказ будет, непонятно. Ну, сейчас праздники просто, как раз на праздники выпало. И уж тем более непонятно, приедут ли к нам наши дорогие друзья и вкусные из пэт-шопа, потому что они нам, собственно, ничем не обязаны. Ну как бы случай, да. Просто, да, там подписчики, ну, возмущаются кто-то, ну, а что, типа, они не едут? Да, они как бы и не обязаны нам ничем, поэтому, ну, приедут, будем счастливы. Ну, да. Не приедут, значит, будем выкручиваться, как можем. Без соли. Слезы соленые. Да, будем плакать. Вот. Ну, хотя бы база есть. 15 тысяч рублей, базу купили. Вот. Даром, что 1 мая сегодня у нас. В общем, все хорошо. Вот так вот. Ну, закрывай. Гуся, ты ожил? Ожил? Я только хотел показать, что ты спишь и не шевелишься вообще, а ты ожил. Ты, Гуся, проснулся. Найдакс, ты охраняешь Бегусю? Молодец, Найдакс. Да, муха. Ох, мухи эти. Ох уж эти мухи. Лови их, кусай мухов. Поц, ты чего возмущаешься? А? Чего ты возмущаешься? Чего такое? Бачок чешется, да? Бачок чешется. Давай, почеши бачок и покажи, как. Да. Ой, ой. Поц возмущен. Что это за большой собак там делает? Наверное, на сегодня все. Еще вроде светло, но я уже ничего не вижу. Цыть! Ну-ка, тихо. Не вижу уже меточек. Заканчивается 1 мая. Ну, ничего страшного. Завтра 2 мая.